Всех витаю, дорогие мои друзья. Я сейчас буду печь тертый пирог. Заказали. Сегодня мой сыночек приезжает, Азиз. Поэтому мы все готовимся. А это Галя. Галя, что ты готовишь? Приветствуем всех. А я делаю фарш. Фарш. До блинчики. Блинчики. Я еще буду печь блинчики. Ты уже напекла часть. Я думаю, я уеду, а семья моей сестрички, Вася, Светланка, все идут на работу, а они бедные будут. Бедненькие, несчастненькие. Бедненькие, несчастненькие. Некогда им будет готовить, потом огороды, придут с работы, потом огороды. И что делать? И я им наготовила блинчики с мясом, вот сейчас доготовлю. И в морозильную камеру придут. Быстренько подогрели он микроволновки. Да. И все. Ужин или обед готов, да? Да. Или будут брать с собой. Да. Или с собой на обед будут брать. Так что уезжаю, приезжает сыночек, да? Да. За тобой приезжает. Да. Наш сыночек приезжает, Галя. Да, наш сыночек приезжает, Азизи. Да. Сейчас будем встречать. То мы тут у нас пекельная кухня. Пекельная кухня, да. Вот я иди еще покажи еще свету с Мишей. Сейчас покажу. Вот смотрите, делаю сейчас. Ой, вот так. Сейчас делаю тесто. Светланка вон сегодня еще в магазин ездила с Мишей. Сегодня Светланка, у Светланки выходной сегодня. А рыбку красненькую купили. Лосось, наверное, не знаю, какая-то рыба. Вот. И, ладно, не буду показывать, потому что где-то здесь, короче говоря, блинчики я камеру напихала. Два дня, кстати, пекла эти блинчики. Вот. А здесь, да, Юля. Находится привидение. Боже мой, да ты что? Зрители все приедут сюда смотреть твои привидения, понимаешь? Твое привидение. Привидение холодное, яблоко холодное. Но точно чупала он уже яблоко. Да ты что? У нас есть привидение. Так, сейчас я вам покажу. И стена даже холодная. Ну, стена-то понятно, чего холодная. Потому что печка же... Вот Миша. Всем привет. Всем привет. Чем вы занимаетесь? Сейчас перевяну камеру, подожди. Вот, теперь лучше покажу. Вот они там. Они делают всякие там вкуснятины. Мы занимаемся шашлыком. Шашлык. Да. Шашлык-башлык. А там мне птички. Светланка, покажи свои ушки покажи. Азиз приезжает, хотим шашлык сделать. Ух ты. О, нарезает. Завтра, если сегодня у меня получится завтра людей перенести на среду, то может и я останусь дома. Да? О, было бы хорошо. Ну да. А так, Свете, завтра на работу. Да, Миш? Ну да. А может, удастся залишитись, может. Извиниться. Уже люди до мене скажуть, добре, Свєта. Терпіли вже скільки, то витерпим два дні. Ну, видите, как дружненько работает Миша со Светой. Дружба, да. Дружба. Лучшая. Как лучшая. Дальше как? А дальше я. А кто у меня здесь? Давай, покажи свою причесочку, какая она у тебя. Боже мой. Закрутила мне голову, Юля. Я чуть не упала. Ага, вот так бегает, да? Ясненько. Ага. Я могу бегать. Ну да. А, вот он, барабашка бегает, видите? А это новое привидение. А вот привидение бегает. Намекала. Я не привидение. А, барабашка. Барабашка. Да, косичку давай покажем, твои косички же. Вот, косичка. Разворачивайся. Так. О. Кто ж тебе такую причесочку-то сделал? Сразу видно, что мама дома. А то я хвостик, да и все. Да? Я бабушка любой по-простому, да? Отдай денег.
Ты не могла на руку ставить, Бабы не постоялся с мамой. Не, я тебя буду ждать в Киеве, хорошо? Шашлык нарезай. Потім маринуем. Миша, так вот оказывается у нас кто шеф-повар. Надо было. Да. Чтоб Миша. Одно видео с Мишей, как он готовит сделать полностью. Шашлык. Тогда сейчас все расскажем, а что ж потом будем делать. А, еще это все впереди, да? Да. В вашей кухне будем уже готовить. Да. Миша, давай с тобой снимем видео. У меня еще не было с тобой видео, как ты готовишь. Ты же очень вкусно готовишь. Покажешь свою фирменное, как ты грибы замариновываешь, да, Миша? Ну да. Грибочки. То надо для этого, может, дачу купить вам. Ну хорошо, даже ради этого дела придется дачу купить. Я, Миша, давно мечтаю о теплице. Чтобы у меня были теплицы, цветочки. Ну, будем да. Шашлык мариновать, поджаривать. Это долго ждать, Миша. Так надо... ты же сказал, Миша. Лучше позже, чем никогда. Да? Ну, конечно. Мы же тоже не думали, что вот хоп, и квартиру купим. А, так подождите, дайте хоть квартиру купить, да. А потом уже... Ну, мечтать не вредно. Да, да, мечтать не вредно, мечтать. Это очень даже полезно. Да, да, да. А мысли, они же мают, да, свойство материализоваться. Точно. Мишка, ну, тебе пожарится? Да, не знаю, навіть. Маринуємо далі шашлик, так як ми її вже порізали, наготували. Чим ти? Покажи. Це лук кольцями, видолений. Так. Ну, щоб соком було, так робимо зробити. Скільки ти лука? Три цибульки, три лучка. А хто тебе навчив? Так завжди. Так хто навчив, так сам. То так попробував, то так попробував. Кстати, нам такий рецепт земляки наш давали, теж то саме лучше. Цибулька, сіль, перець, мелений. І майонезу трошечки. Ну так, звісно, перемастити його. Ну, взагалі мало, що без цибулі, да, Мишка? Все. Ну і немалу роль грають дрова фруктові. Бажано, звісно, щоб для шашлика буде. Це найголовніший секрет. Ну, це не секретом його називають, але бажано фруктові, звичайно. Не секретом, але новий секрет. Це нормальний лимон, так? Да. А так ще лимон. Ну це Света хоче додати лимона. Я. Сок лимона. Углі вони в основному, там я навіть не знаю, що вони. Трава має бути фруктова. І не важливо, яке дерево. Вишня, яблуня. Не важливо, яблуня, вишня. Грушка, так. Ах, вкуснотища буде. О, а мені одну оставте, без, щоб моя, без майонезу була один кусочок. Пожалуй, дам вам його завтра. Без майонеза, да. А що ж один кусочок? Там хоча б три. Та ні, один. У тебе великі ж куски-то. Я зараз, короче, виберу зараз. Три. Маленьких, маленьких. Шматочки. Свет, я все снимаю. Фільмую. Соль. Соль, перец, да? Да. Так, и на сколько часов ты оставляешь? На ночь. На ночь, да, получается. А, ты на ночь. Ну, ой, да, Миша, уже плачет, а ну глянь завтра сюда. Завтра будем жарить. Ого, ночь будет стоять, понятно. Як важко мішати, ну плачу. Сіна, що ти Мішу обізила, розумієш? Заставила мене мішати. Ну давай, ну плачу. Обіжає. Міш, не плач, пожалуйста. Хорошо. Вона більше не буде.
я. Он сам. Ты ж любила дуже мясо, да? Угу. А мне без перца, наверное, краще, да? Вот таких три кусочка. А, ну из таких маленьких, то да. Раз, два, три. О, а лимоном пахнет, как приблизилось. Сейчас шикарно. Питайтесь, вам майонеза, нема то лимона. Лимона. Всегда так ты выжми на него. Это же полно соку я отрезала. Оце жир тобі зрізати люб? Конечно, мне жир нельзя. Боже, помогай. Там, короче, кастрюля, а Люба полкастрюли себе забрала, да? Забрала. Такие гарные, Люба. Угу. Тричата я бабуля. Тричата? Ну, я не знаю, як там. Балюба. Я привикла Балюба, а там тричата я, внучата. Внучка, да и все. У нас, в нашей семье никто не разбирает. Для меня... Кто тебе Камал? Брат? Олег, брат? Люда, сестра? Никто не разбирает. Який він там брат? А яка разница? Мені він теж як він є. І Олежка, і Камал. Люда. Там лимончик. Розберемо. Мені інколи здається, що... Вже як і оті мішки. Вже теж як рідні, скажи. Вже хто тобі Камал, мішка? Брат. Братішка? Так. Це ж сидимо, мішка каже, вже коли там Камал приїде? Камал земляк. Точно, ви ж не знали. Може, як прикалувались. Так, Камал земляк. Тем более, вообще скоро туда переедете, вообще будете рядом-рядом, ну, все. Да. Ой, я боюсь, что это... Через речку и Камал. А здесь вообще... Ну, это мы так грубо кажем, что через речку, конечно. Это такие? Нет, это же Вася, наверное, телефон. Нет, это... Это мамы. Да. Ну, а здесь звонится, это что надо. Скажи, все надо. Я за Томан звоню. А. Алло. Мать, я Томан что-то передать? Привет, вы попали в скрытую камеру. Сейчас даю, мама уже выбежала. Даю тоже. Алло, Томан, привет. Все, надеюсь, сюда, вот это длинные силы. Сейчас попробую, еще на соль нормально, чем нет? Давай, палец. Не, мяса не надо. Нормально. Чище трошки сам? Не, отлично. Нормально, да? Угу. Ой, лимон такой вы купили, что аж сюда пахнет. Да. Угу. Ой, а ты не показал, когда майонез ты туда? То есть я пока. Ты не показал. Майонез еще. Это мне надо попробовать. Вот так майонезу трошки. Видишь, Мишка? Ага. А самое главное бажание. Бажание бутывает. У тебя есть бажание? Ничего, звичайно. Это не поможет. Да. Вообще у мужчин цвета получается вкуснее, чем у женщин. Ты знала об этом? Я знаю. Миша? Я знаю. Мы кое-то такие. Знать. Мы кое-то такие же, Мишка. Мои кусочки остались. Мы же медленно положим за напальный цей. А, понятно. Пленочку и положим, и поделим. Хорошо. Юль. Давай пленку за напальный. Ой, вы посмотрите, какой у него фартук. Да уже. Уже все приготовить. О-о-о-о. Пришла готовить шашлык, да? Нет. Или что? Нет? А что, печь со мной будет? Я могла. А честно тебе помогла. Вы на моей дороге были. Я на моей дороге были. Да ты что? Иди покажи, а как ты бабе. Ты что, мое тесто уже... Зачем ты трогала мое тесто? Не тесто, мы вам помешаем тебе яйцо. А, ну тогда спасибо большое. Минут вымешала. Давай, замолчи, тебе просто положи. И сколько ты минут вымешала? Ну, вот сколько. Ага, понятно. Ну, спасибо тебе, помощница моя, спасибо. Пока я снимала, как готовят шашлык, Юлечка мне уже помогла. Спасибо тебе, помощница. Ну, даже по вкусу подошла.
подошло ко мне. Да, понятно. Ты его попробовала. Да? Ага. Че он слишком сладкий, че нет. Ну, так, вот такой. Вот я уже размешала свое, видите? Ага. Как оно наливается, я уже размешала вам. Еще туда она добавила. Тебе только размешала. А, спасибо. Сметану, яйцо там у тебя было. Да, спасибо. Она хотела муку, но я ей не дала туда муку. Нет, конечно, мне мука. Все, давай, помощница, теперь будет... Я вообще могу быстро прибыть. Да? Хорошо. О, она тебе так разрешивает. Бежи на ваших зрителей. Да. Это мой шашлычок. Кастрюльку пошел вместе с ним. Кстати, я шапку вот, постиранная шапка. И одела, чтобы волосы не нашла, короче, колпачок, Галя, и одела такую шапку свою. Могу платок дать? Не надо, я так привыкла уже к шапочке. Постирала, приехала, теперь я в этой кожухе. Мы сейчас будем печь блины. Вот у меня есть помощница, смотрите, помогает мне размешивать. Да, ну что, тесто как, готово, нормально? Почти готово. Почти готово, понятно. С мясом, во. С мясом будут блинчики. Угу. Так, все, дальше не балуемся. Давай я дальше буду жарить. Ну да, еще видишь комочки. Надо, чтобы комочки разошлись, понимаешь? Угу. Какие комочки? Вот, да. Вон, видишь, вот по краям комочек. Надо, чтобы они разошлись. Угу. Так, правильно. Надо вот так, давай я тебе покажу-ка. Покажу, а ты дальше сама. Так надо болтать, видишь, вот так. Все, только тихонечко, да, чтобы не разболтать. А ну. Ай, молодец. Мне мама учила вот так. Да. Осторожно. Не поднимай просто высоко. Да. Сильно не поднимай, и все. Мне мама вот так учила. Да, мама, молодец у тебя. Что-то научила. Да. Что тут мама делает? Так, а что здесь? Чем тут мама занимается? Готовишь. Готовишь? Готовь яичницы. Ага. Салатец. Угу. Миша, что ты там, чем там занимаешься? Дивлюсь, как рыбаки на рыбалку ездили сегодня. Рыбаки, это, это Камал и Олег. И дядя Валера, да. И дядя Валера тоже, да? О, смотрите на канале у Камала. Дивлюсь, успехи рыбаков сегодня. Да, поставь там лайк им. Да, уже поставил, конечно. Поставил? Да. Я еще не смотрел, еще буду ставить. Что вы делаете? Юль, что вы делаете? Желе! Ищете желе? Все повытаскивали сверху. Будешь делать еще желе? Когда себе такие батусы взяла, да и поделала все желе. Понятно. Еще будет жаркое. Я сделала два вида теста. Одно сделала обычное на сметане. Вот этот вот. Сделала на сметане обычной, как я сделала. У меня есть видео, посмотрите, как я делала тертый пирог. А это мне зрительница подсказала, что вместо сметаны надо смалец, жир свиной. Вот попробовала еще вот такой. Четверть я в холодильник замораживаю, и отсюда тоже. Вот. И сейчас буду печь блинчики. Один пирог будет с малиной, а второй будет с черникой. Черника. Черничный пирог. Блинчики. Сейчас буду мясом заправлять.